Для того, чтобы открыть Market Profile, сперва переключаем на дневной либо недельный таймфрейм и в поле Cluster Type выбираем Classic. Итак, Market Profile позволяет нам оценить, как распределялась цена внутри каждого интервала. У нас отображаются дневные интервалы, где каждый профиль – это один день. Мы видим зону стоимости, где чаще всего проходили торги. И красным цветом отображается цена POC. Если мы расширим график, то увидим, что Market Profile состоит из букв, где каждая буква – это 1 час, либо 30 минут. В настройках Setup, Settings, Classic Symbol мы можем для каждой из букв задать свой цвет. И далее перейдем к настройкам. Settings, Classic Profile. Красным цветом, как я уже говорил, отображается цена POC, то есть цена, по которой чаще всего шли торги. Далее Open Symbol – это цена открытия. Close Symbol – цена закрытия дня либо недели. Digit – это цвет цифры, который отображает номер дня. Это актуально только для недельного Market Profile. В данном случае у нас отображается профиль за всю неделю. И цифра показывает номер дня, где единица – это воскресенье, 2 – это понедельник, 3 – вторник и так далее. TPO – это настройка зоны стоимости. Initial Balance – это диапазон первого часа торгов, основной сессии. Отображается он синим цветом с правой стороны от Market Profile. Далее расширение начального баланса на 50%. То есть в каждую из сторон от начального баланса у нас будет строиться диапазон на 50% от нашего начального баланса. И расширение 100%, соответственно, диапазон на 100% от начального баланса в каждую из сторон. На панели управления мы можем вырезать конкретный интервал времени, который хотим анализировать. Допустим, подгрузить только основную сессию с 8:30 до 15:00. В дополнение к Market профилю мы также можем отобразить и профиль объема. Для этого на панели управления активируем Double Cluster. И в левом кластере мы выбираем объем, а в правом Classic. Если объемный профиль нам показывает, как распределялся объем внутри каждого интервала, то Market профиль показывает, как распределялась цена по времени торгов. И в этом заключается их отличие. В меню Setup Limit есть возможность настройки лимитов для объемного профиля. Также отметим наличие боковой гистограммы для графика Market Profile. Setup, Studies, Horizontal Histogram. И здесь в любом из полей мы выбираем таймфрейм, то есть интервал гистограммы, и выбираем в поле Type Classic. И получается за весь подгруженный интервал у нас отображается Market Profile. На этом все. Если у вас есть вопросы по настройке Market Profile, просим обращаться в нашу техподдержку.